Классный трек. Это, кажется, Kia Taker. Очень его люблю. Да, суперский трек. Классный. Может, потанцуем? Давай. А есть еще там бутылки что-нибудь есть? Осталось? Да, там что-то еще дофига осталось всего. Ой. Кто-то стучит? Слышите? Кто-то стучит. Ой. Сделай потише. Сделай потише скорее. Это я, КГБ НКВД. Откройте. Ой, мамочки, это КГБ НКВД. А, привет, КГБ НКВД. Как дела? Давно не виделись. Как поживаешь? Откройте. Что же делать? Что же ему сказать? Что же делать? А вы в маске? А то мы здесь на карантине. Вы в маске? В маске. Открываете. В маске. А вы что же, всегда в маске, да? На работе мы всегда в масках. Открывайте. Блин, что же ему сказать? Сейчас, подожди. Скажите, ваш начальник, он тоже в маске? Да, наш начальник тоже в маске. Скажите, он только на работе в маске? Или он всегда в маске? Он всегда только в маске. Ой, боже мой, я так не могу. Как это всегда в маске? А скажите, а вы видели своего начальника когда-нибудь без маски? Нет, мы же говорим, что он всегда в маске. А скажите, а он что, и до коронавируса тоже был в маске, что ли? Да, даже до коронавируса он вообще родился в маске. Откройте. Что ж такое? Что же делать? Он родился в маске. Откройте. Сейчас, отойдите. Откройте. А мы не можем открыть. О, черт. Мы не можем открыть, потому что это не дверь. Это просто аппликация. Это картонка, наклеенная на стену. Это не дверь. Ах, аппликация. Сейчас посмотрим, какая у вас тут аппликация. Ой, что такое? Что же делать? Ой, смотри, какой ужас. Какой ужас! Бежим, смотри, ребята! Бежим! К нам проникают! Скорее, бежим! Пойдем! Надо сваливать! Ребята, куда же сваливать? Можно прыгать в окно! Да, надо прыгать в окно! Все в окно!